машинка у меня Infiniti по дверям ей досталась. Вмятины есть тут, с той стороны тоже. Ну, вопрос не об этом. Как разбираются дверки, как туда долазить. Я сразу сниму видео и на переднюю, и на заднюю дверь. В принципе, разбираются они одинаково, но я думаю, будет не лишним это все дело снять. Кому поехали. Из инструмента нам понадобится вот такие приспособы. Значит, первое что? Там отличается, там на двери такая ручка, здесь ее нету. Вот. Вынимаем вот здесь у нас шурупчик. В принципе, дверь вся у нас будет на клипсах. Но, скорее всего, еще будет какой-то маленький сюрпризик. Здесь, вот под этой ручкой, два самореза вот здесь вкручиваются. И один здесь. Первое, это убираю вот такую заглушечку. Она тут поддевается вот под вот этот выступ внизу и выходит. Выкручиваем вот этот полтушочек. Дальше ослабляем. Вот они, крепления. Здесь обыкновенные пистончики стоят. Ну и вот надо снять эту часть. Скорее всего, там что-то будет, какие-то болтушочки будут. Следующим номером нашей программы. Вот они, защелочки. Вынимается вот так. Поддеваем с этой стороны. Вот. Здесь они, выступы есть. Выщелкиваются. Вот. Снимаем папы и мамы. Тут их два, поскольку это центральный замок. Вот эта часть у нас тут привязана. Там саморезик. Вот таким образом ее просто выводим отсюда. Таким образом. Дальше у нас здесь замочек выводим. Опять же еще одна папа мама здесь. Память сидений, вот она. Вот и в принципе снимается это. Да, еще вон она внизу, лампочка тоже. Ретроразъемчики надо поснимать. Ничего тут сложного нет. Ну вот, все это снято. Вот он, электроразъем. Тут лампочка светится. Это у нас память, это у нас на зеркало. Дальше. Вот 4 болта, которые держат направляющие электроподъемника. И вот по контуру болтушочки, которые снимают эту рамку. Дальше. Еще одна интересная особенность. Значит, здесь вот так 3 болтушочка находятся. Вот где я пальцами показываю. Тогда откручиваем вот эти 4 и вот эту массу черных вот этих болтушочков. Там электродвигатель прикрученный изнутри. Вот, собственно, и все. Ничего такого сложного нет для доступа в дверь. Вот так разбирается обшивочка двери с передней двери на Infiniti. Infiniti у нас, сейчас скажу какая. Вот такая, EX25. Вот. Ну и сейчас разберем заднюю дверь. Вот здесь то же самое. Поддеваем вот эту фальшпанельку. Вынимаем сначала. Здесь вот у нас есть шурупчик. Для того, чтобы эту часть снять. Продолжаем разборку. Вот он этот болтушочек. Выкручиваем его. Ух ты! А прикрутили как? Вот он, саморез. Дальше все просто. Вот в этом месте выступ есть, за него берем. И здесь вот они у нас просто шипы. Вот, остается соединить. Вот так вот на тех. Вынимаем раз и вынимаем
дала. Надавливаем и вынимаем. Вот и все, панелька у нас снята. Вот так вот выглядит дверь изнутри. Вот, ничего сложного нет. Если надо, можно вот здесь тоже на такие двух пистончиков вынимать вот эту накладочку декоративную. Так, в принципе, доступ к двери задней гораздо проще. Вот и все по разборке. Все легко и просто, когда знаешь, для чего я снимаю эти видео. Лучше один раз посмотреть и увидеть. Вот. Вот все, что пришлось снять, чем соображать. Все, всем спасибо за внимание. Кому-то видео, надеюсь, это поможет.